Здравствуйте, это канал компании Viva Telecom, и мы сегодня сделаем тест радиостанции Ratio R110 на открытой местности, точнее в городских условиях. Как будет проходить тест? То есть будут использованы наши стандартные точки, на которых мы все радиостанции тестируем. Сейчас в рейтинге уже около 30 станций протестированных нами. В этих точках. Я ссылку под этим роликом на весь тест обязательно дам. Будем, естественно, проверять со штатной антенной сначала, вот с такой укороченной. Ну, не знаю, сколько точек она пройдет, потому что и мощность 2 Вт всего лишь у станции, и антенка вот такая. Ну, показала на себя хорошо по КСВ, но излучаемая поверхность у нее не слишком большая, поэтому я думаю, что много точек она не пройдет. Но для этого мы будем еще использовать нештатную антенну. Будет использоваться EA500UV, вот такая антенна производства компании Alinka, потому что по разъемам она подходит. От Ratio R900, к сожалению, разъем не подходит, потому что на станции установлена SMA-вилка. А на RM430 антенки, соответственно, неподходящий разъем. Поэтому будем использовать EA500 в тех точках, в которых станция со штатной антенной уже перестанет работать. Опять же, в рейтинг попадет только оценки по точкам со штатной антенной, потому что нештатные антенны мы просто для вас показываем, насколько можно увеличить дальность какой-то из моделей, используя нештатную антенну. В рейтинге все станции протестированы именно со штатными антеннами, аккумуляторами. Ну, то есть никаких улучшений посторонних у станции не сделано. Но начинаем на этом. Дальше смотрите точки. Первая точка, радиостанция Ratio R110. Попытаемся вызвать второго абонента. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Первая точка. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Да, все отлично, спасибо. Без проблем, 5 баллов, естественно, прием очень уверенный, громкость, динамика отличная. Точка номер 2, радиостанция Ratio R110. Расстояние здесь еще небольшое, но очень большой уровень помех из-за проводов высоковольтных, идущих рядом. Проверяем на второй точке. Надежда, точка номер 2, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Еще раз только один прошел, еще раз прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Но ужасный уровень помех, к сожалению, да. Ставим только 2 балла здесь этой станции. Точка номер 3, радиостанция Ratio R110, проверяем связь. Надежда, вызови меня, третья точка, досчитай до 5, прием. 1, 2, 4, 5, прием. Ну-ка еще разок, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Но 3 балла я здесь и поставлю, потому что помех достаточно много, но станция работает, несмотря на свои габариты и низкую выходную мощность. Продолжаем. Точка номер 4, радиостанция Ratio R110. Пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все отлично, включай Alinka. Вообще без проблем, 5 баллов. Ставим вертолет. 5 баллов Ratio R110 получает. Сейчас перейдем с ней еще и на 5-ю точку. Пока хорошо. Точка номер 5, радиостанция Ratio R110. Пытаемся связаться, но здесь уже, конечно, расстояние приличное. С такой антенкой вряд ли, наверное, получится что-то. Но давайте пробовать будем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, точка номер 5. Прием.
Все, давай Алинку включай тогда, все нормально. Ну, я удивлен, 3 балла станция получает. Помех много, но связь нормальная. Рацию R110, 6-я точка, но тут уже связь на штатную антенну вряд ли возможна, конечно, потому что и мощность низкая, и антенка укороченная. Ну, пытаемся связаться, смотрим. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, 6-я точка, прием. Досчитай до 5, прием. Досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Ну, к сожалению, связи нет, даже помехи никакой, ну, то есть абсолютно недоступна для нее здесь связь. Давайте попытаемся поставить антенну Alinka EA500UV. Это двухдиапазонная антенка, в 400 МГц она, в принципе, более-менее нормально работает. Ну и, естественно, площадь излучения у нее побольше. Попытаемся связаться в этой точке с рацио и с нештатной антенной. Рацио R110, 6-я точка. Пытаемся связаться с нештатной антенной Alinka EA500UV. Надежда, вызови, пожалуйста, меня. Досчитай до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Ну, отлично. На 3 балла она отрабатывает. Помех много, но со штатной антенной вообще связи не было. То есть это все-таки антенка увеличивает дальность связи. На одну точку, по крайней мере. Придется еще на одну сходить, то есть на 7-ю. Продолжаем. Нештатная антенна EA500UV от Alinka с радиостанцией рацио R110. Пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, Надя, на следующую точку идем с рацио, не перекручивая антенну тогда. Ну что, 4 балла я поставлю, вполне она нормально принимается этой антенной нештатной. Ну, конечно, опять же, без рейтинга, но можно увеличить дальность, даже на 2 ваттах получить вот такую дальность связи. 8-я точка, пытаемся связаться на нештатную антенну с радиостанцией рацио R110. Надежда, как слышишь меня, прием, досчитай до 5, прием. 3, 4, 5, прием. Все, отлично, отлично. На Alinka переключайся тогда, на длинную антенну. Ну что, здесь она еще на 4 балла даже приняла. Я вообще удивлен, конечно, что 2 ватта станция на RDA-чипе так работает. Но связь была нестабильная, то есть у нас несколько сеансов было проведено, вот только на этом положении мы связались. Но, в принципе, очень-очень достойно. Ну что, закончили мы тестирование радиостанции рацио R110 на всех наших точках. Мы приятно поражены станцией. То есть она со штатной антенной даже отработала на 5-й точке самостоятельно. То есть это вообще удивительно, конечно, потому что многие станции там уже перестают работать с гораздо большей мощностью и с более эффективными антеннами. Поэтому, да, приятно удивила станция. Чем еще она хороша? То есть у нее есть порт microUSB для зарядки аккумулятора. Аккумулятор большой емкости. Сама она небольшая по габаритам, по весу. То есть отлично подойдет для использования на каких-то, ну, не очень больших расстояниях. И, наверное, использовать ее удобно будет в городе, в офисе, потому что всегда можно зарядить аккумулятор, не таская с собой там стакан зарядного устройства. Ну, то есть в любом месте, либо даже на открытой местности, используя Powerbank, вы можете подключить зарядку и зарядить данный аккумулятор. Ну, то есть рация приятно нас поразила. Давно мы такого не встречали, чтобы с такими малыми габаритами, с такой выходной мощностью станция отработала так хорошо. С нештатной антенной она работает еще лучше, то есть она дошла даже до 8-й точки. Как ни странно, Alinka 5-ваттная станция,
казалось бы, выше классом, но отработала на восьмой точке, ну, точнее, на восьмой точке она вообще не отработала, а рацию с этой вот антенной, с удлиненной ИА-500УВ, отработала, ну, хоть и на небольшое количество баллов, но все равно связь была установлена. Поэтому, ну, зачет станции. Проблем с ней никаких. Причем по параметрам также. То есть и выходная мощность соответствует, и чувствительность у нее отличная, избирательность по соседнему каналу. Да, на второй точке, где у нас большие помехи и высоковольтные провода рядом, качество связи, конечно, ухудшается, но все равно связь была установлена. То есть, ну, она построена на RDA-чипе, но все равно от помехи она более-менее избавляется. Ну, то есть самыми там дешевыми станциями она все равно по сравнению с ними работает лучше, даже с высоким уровнем помех. То есть даже и в городе ее можно вполне использовать. Но у кого появились вопросы, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезным, обязательно подписывайтесь на канал. На этом заканчиваем с рацио R110. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.